Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствуем вас на юбилейном концерте, посвященном 35-летию творческой деятельности нашего земляка, композитора Александра Николаевича Сосновского. На сцене автор и исполнитель Юлия Славянская из Сергиева Посада Московской области, аккомпанирует Алексей Писарев. «Пробудись, душа». Сегодня мы перелистаем страницы жизни и творчества Александра Сосновского. Вы сможете задать ему письма на вопросы. Итак, первая страница патриотическая. О, светло-светлая и прекрасно украшенная земля русская! Многими красотами прославлена ты... Озерами многими славишься, реками и целебными источниками, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами, великими,
садами монастырскими, храмами Божьими и князьями грозными. Всем ты преисполнена, земля русская, о православная вера христианская. Что значит найти родину? Размышлял русский писатель Иван Шмелев. Да прежде всего душу ее почувствовать. Не землю только, не символ, не флаг, не строй. А что ж тогда родной-то в ней? Да все, что заставляет трепетать сердце, без чего нельзя. Она говорит нам родной речью, душою слов, своими делами и путями вливается в сердце образами великих, раскидывается в летописях и храмах, куполах и колоколах. Стихи Владимира Клименко, музыка Александра Сосновского, «Моя земля» исполняет автор. Thank you.
На сцене государственный ансамбль танцы и песни «Волжские казаки». Так, слова Раисы Гранитовой, самарской поэтессы. Ансамбль «Казаки». В небе стая ворона кружила, била в берег яростно волна. О, лихая Стенькина дружина, волжским кручем подплыла. Чую пики до да клинки, и казачье дело в лаке.